Тихонечко. Тихонько. Проходим, проходим, проходим. Ой, Витенька, что ты там опять мне приготовил, а? Опять какой-то сюрприз. Все, открывайте давайте, ну? Глаза смотрите. Ой. А? А что это? Это маска дайверская для подводного плавания. Ой. Я своей любимой теще дарю погружение с аквалангом на дно Марианской впадины. Господи, а это за сколько метров-то это Марианская впадина-то? Ну, Марианская впадина, ну это почти 11 тысяч. 11 тысяч, представляете? Нет, не представляю, у меня пенсия 9. Я больше 9 тысяч не представляю. Это подарок на день рождения. Ой, да спасибо тебе, Витенька. Только день рождения-то у тебя. Так это для меня подарок? Ага. Для меня подарок, чтобы теща была довольна. Ой, спасибо. Ты такие подарки мне делаешь, да. А почему ты такое мне делаешь? Я хочу, чтобы моя теща обстановку сменила. А то вы как 10 лет назад к нам приехали, так ни разу не выходили. Ну, понятно. Ну. А я думала, надоело вам за 10 лет. Не, ну что а оказывается, ты? Нет. Нет. Ты каждый раз такие мне подарки делаешь. Да. Ой, квест «Тайга» мне понравился. Да. Ну, когда мы медвежонка воровали из берлоги, помнишь? Да. Я с ним бежала на руках, ага, от медведицы, а ты на вертолете летел. Да. Такие фотки классные получились. Да, ты фотографировал. Да, а еще мне такси понравилось, вот это да, беспилотное. Ну, ты мне дарил, помнишь, ну, где с манекенами садишься? Да. 10 секунд разгоняешься? Ага. Вот, только мы недалеко уехали. Да. Там таксист, манекен, придурок, он в стену въехал. Да это даже лучше, это даже лучше. У меня все камни из почек вылетели. Как и не бывало. Все для вас, Тамара Федоровна. А еще мне понравилось, ты как меня в Хогвартс возил. В Хогвартс, помнишь, на платформе 3/4, там нужно было со всего маху в стену вбежать. Да. На Казанском вокзале. Я тогда не помню, я села в поезд или нет. Нет, не сели. Мы эти вокзалы перепутали. Оказывается, с Ярославского надо было. А мы с Казанского. А, да, поезд в Хогвартс идет с Ярославского. С Ярославского, а мы на Казанском. Мы там штраф заплатили только за выбоину в эту, в стене. И все, и нас это, вас, то есть, психушку отвезли. Мне понравилось, понравилось. Ну, давайте, короче. Ну, давайте, что, прыгаем или что? Давайте, надевайте. Чего? Баллон с кислородом. Витя, а почему на баллоне с кислородом написано пропан? Потому что на такой глубине надо дышать смесью газовой. Вот. А мы все смеси проверили, вас ничто не берет. Вот поэтому... Да, ну давай помогай тогда, Витенька. Все смеси с вами перепробовали. Вить, можно я ласты сниму? Мне неудобно. Ну, можно снять ласты, но тогда надо будет какой-нибудь другой. Нет, я сниму, мне неудобно было по тайге с медвежонком в них бежать. Мне и тут не очень удобно. На. Ну, ласты были талисманом нашим. А, ну, другой, может, талисман. Ну, давайте я другой талисман вам дам. Витя, а этот, у нас еще тротиловая шашка сейчас не талисман уже, да? Нет, даже фитилек отсырел, когда вас селевым потоком во время фотосессии смыло. Да, вспомнила, да. Вот, я вам новый талисман сейчас... Ой. Это чего это? Это ж камушек на счастье. Держите. А что-то большой какой-то он камушек. Чем больше камушек, тем больше счастья. Ну, давайте. Ой. Опа. Тяжеленный он, Витя. О, держите. Ой, и не отпускайте. Я не отпускаю, держу. Он тяжелый, собака. Это на самом деле камень непростой. Это драгоценный, это алмаз. Просто он не ограненный. Тяжеленный собака, тяжело держать-то. Тяжелый, давайте его вам тогда повесим как-нибудь куда-нибудь, а? Куды? А вот тут есть специальная штука, давайте на шею. Вот, вот. Опа! Хорошо? Да, сейчас отпустить даже могу. Шея-то у меня крепкая, там штырь титановый. Да. После твоего подарка, помнишь, когда я с Эвереста на санках съехала? О, мне сейчас нормально, легко. Только это, мне шланг нужен, Витя, от баллона в рот-то, чтобы дышать там. Да не нужен вам никакой шланг. Вы тут барашек откручиваете, ага, и ртом пузыри заглатываете. А, это как ты в пятницу, да? Два пузыря заглотил
И до понедельника лежишь, не дышишь. Ну да, примерно так. Ага. Ну что, а когда этот баллоне газ этот закончится, смесь, что делать? Когда газ закончится, тогда талисман заработает. На талисман надежда. Он когда заработает, вы сразу сможете дышать. Витя, так, стоп, самое главное, как я наверх-то потом вернусь? Ох, я ж забыл, наверх-то. Ну? Вот же вам. Что это? Вот вам веревка. Ага. Вот, за нее дерните. Давайте. Да. Оп, и все. Ага. Это круто. Да. И меня подымут сразу? Абсолютно точно. Витя, так она короткая, ни к чему не привязана. Сейчас же все дистанционное. Беспроводное? Да, беспроводное. Отлично. Да. И тебе сигнал придет сразу? Придет сигнал сразу ко мне. Здорово. Да. Так, ну что, Витя, спускаться мы будем медленно, да, и с перерывами, чтобы кессонной болезни, чтобы не было. Не-не-не, мы на дно прям за 5 секунд упадем просто камнем на дно и все. А там уж, знаете, будет перерыв или нет, это вам самим решать. Ага. Ну, я тогда все вещи в пакет положу, чтобы не намокли, а пакет в рот засуну и все. А что у вас там в пакете-то? А у меня здесь антисептики, маска, сейчас без них никуда. Так у вас маска есть своя. Так я тогда свою маску-то не буду вам давать. Да? У вас трехслойная, а это однослойная. Вот эту маску одевайте. Это что? Да? А ну я тогда в ней, да и ну, все. Ну, конечно. Ну все. Ну что, готовы? Ага. Талисман на месте? На месте. Баллон открыт? Ага. Ну, поехали. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. Ох, батюшки. И они думают, что вот это дно энтузиастов 5 на Уралмаше, вот это дно. А это рай. Еды полно, воды полно, ТСЖ нет. Какое счастье, а? И район-то отличный, а воздуха мне хватает. Правильно Витя говорил, что талисман работать начал. Ну, пойду форель поймаю. А то ничего, кроме мента, это и не ела. Все.